Урал продолжает готовиться к поединку с Брянским «Динамо», о предстоящей игре, а также о результатах прошедших матчей. Мы сегодня поговорим с капитаном Урала Денисом Думасяном. Денис, спасибо, что согласился ответить на наши вопросы. И сразу же первый тебе вопрос. Как считаешь, 4 очка на выезде, которые мы набрали в матче с Владикавказской Аланией и Саранской Мордовией, это, учитывая наши турнирные показатели, это хороший результат или все-таки не очень? Добрый день, во-первых. Ну, отвечая на вопрос, я думаю, это, конечно, хороший результат с лидерами на выезде, сыграть, одержать одну победу и сыграть ничью. Отличный результат. Угу. Урал провел яркий второй тайм во Владикавказе. Яркий первый тайм в матче с Саранской Мордовией. Почему команда не могла также в таком же ключе играть на протяжении всей игры, что в Саранске, что во Владикавказе? Что помешало? Ну как? Что помешало, не забывайте, что мы с лидерами первенства все-таки играли. Там старались показывать свою игру, там что-то получается, что-то не получается. Но это нормально, как бы. Поэтому на протяжении всего матча показывать такую игру очень сложно, тем более у нас поменялся наставник. Поэтому он как бы только пришел, да, у него свои требования. Вот, и мы стараемся побыстрее привыкнуть к этим требованиям, но это не так легко сделать, поэтому как получается, так получается. Эти требования сильно отличаются от тех, что предъявлял команде Александр Побегалов? Я бы не хотел это комментировать, поэтому как бы это, я считаю, что это не очень корректно. Вот. Поэтому оставим этот вопрос. Ну, тогда такой вопрос. Почему, на твой взгляд, Урал пока в весенней части первенства в гостях играет намного лучше, чем дома? С чем это связано? Многие связывают это с полями. Ну, я тоже думаю, что только с полями связано, потому что вот давайте посмотрим, как, где мы выиграли, да? Мы выиграли в Новосибирске, там хорошее искусственное поле, правильно? Дальше мы выиграли в Алании, идеальное поле. Мы показали качественный футбол с Саранском, тоже искусственное поле идеально. Вот тут, мне кажется, можно сделать выводы. А есть ли в этом такая частичка того, что, может быть, и смена главного тренера тоже оказала своеобразную встряску на команду? Ну, может и оказала, не знаю, может и нет. Тут, я же говорю, тренер пришел, у него свои требования, мы стараемся их выполнять, и все. Вот. Пока, слава богу, получается. Когда в Саранске Уралу забивали первый мяч, показалось, что было нарушение правил со стороны атакующего игрока. Как ты вот этот эпизод расценишь, что ты там рядом находился? Ну, вообще, начнем с того, что там тренер Мордовии просто велся некорректно. Там, постоянно что-то кричал в адрес судьи. Мы на разборе посмотрели эти голы. Во-первых, когда забивал Ставпец, там судья поднял офсайд, мы забили чистый гол. Угу. Вот. Ну да, вот. Это при счете 0-0 еще было. Еще при счете 0-0 в первом тайме забивается чистый гол. Почему он не говорит, там не предъявляет по этому моменту? Я не понимаю, судья. Вот. Дальше, ну, не знаю, как бы там на усмотрение судьи там было нарушение, не было. Допустим, в Англии такие моменты не свистятся, а в России в большинстве случаев свистятся. Угу. Признайся честно, успеваешь восстанавливаться после матчей, такой напряженный график? Буквально вот 2 дня назад играли с Мордовией, и завтра уже предстоит очередной матч. Ну, тяжело, конечно, но приходится что делать. Не знаю, там, Ефремов, может, я просто не понимаю, как так можно в таком графике играть, очень тяжело, поля тяжелые, сейчас весна. Конечно, тяжело восстанавливаться, то искусственное поле, то натуральное поле. Мне кажется, если бы мы играли бы там раз в неделю, ничего бы страшного бы не случилось. Угу. По Брянскому «Динамо» в этом сезоне Урал ни разу его не обыгрывал, ну, не считая Кубка ФНЛ. С чем, на твой взгляд, это связано? Что мешало обыграть эту команду раньше и за счет чего ее, в принципе, можно обыграть? Что это такой неудобный соперник для нас? Да не, я не сказал бы, что неудобный. Я не знаю даже, что ответить, если честно, как. Просто вот так карта легла, что не обыграли ни разу. Ну, бывает такое, что. Ну, не сказал бы, что это неудобный соперник для Урала. Угу. Вот мы в прошлом сезоне там их обыгрывали, поэтому нормально все будет, я думаю, сейчас в этом матче. Угу.
в команде сейчас какое настроение после довольно успешного выезда? Вот в начале сезона казалось, что футболисты как-то закрепощены, что на поле, что вне его. Вот сейчас как? Ну да, да, конечно, команда закрепощена, потому что требовали сиюминутного результата, там постоянно давление, там, конечно, что приводило к ошибкам на футбольном поле элементарным. Вот. Но сейчас, да, вот раскрепостились, начали футбол показывать. Опять же, может быть, что это травка подросла, там на искусственном поле играли. Вот. Так, атмосфера хорошая сейчас в команде. Вот я думаю, такая раскрепощенная, так спокойненько, все готовимся. Поэтому без всякого там супер там настроя. Спасибо, Денис, за ответы. Это был Денис Тумасян, капитан футбольного клуба «Урал».